Александр Петрович, палочку дай-ка. Подальше от дороги, 4 метра над землей, проволоку вокруг дерева крепят лесники-скворечники по особым правилам. Вешаю скворечники на толстые деревья, преимущественно это дуб, так домики держатся крепче. При этом скворечник должен смотреть в сторону востока, на солнце, так птицам комфортнее жить и размножаться. Синицы, дятлы и иволги – поползни в лесах Татарстана больше 100 видов птиц. Весна пришла, а ее вестники опаздывают. И хотя Москва уже встретила грачей, в Казань они не прилетят. Не та среда, говорят лесники. Зато уже через неделю в лесах республики запоют скворцы. Мы помогаем птицам, развешиваем искусственные гнездовья для привлечения их. Они приносят большую пользу лесу, уничтожают много вредителей, поэтому... Чем больше птиц в лесу, тем лучше. Ждут птицы и школьники. Своими руками они мастерят птичьи апартаменты. В зоне пригородного лесничества мы развешиваем около 200 скворечников ежегодно весной. То есть изготавливаем их в цехах. Нам в этом активно помогает учащиеся школьного лесничества. Их привлекаем в воспитательных, конечно, больше целях. Поселятся новоселы в новые дома уже через неделю. Всего по республике развешено больше 3000 скворечников. Алина Бережная, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.